Семье Дубининых из Оланца в этом году исполняется 33 года. Юрия с Тамарой свел вместе счастливый случай, когда она приехала в его поселок работать воспитателем в детском саду. На новогодний огонек. Да. Юра был Дед Морозом. Я тогда был в активе комсомольского, в комсомольском активе совхоза Михайловский. И мы организовали во времена борьбы с алкоголизмом. Безалкогольный новогодний огонек. Я был Дед Морозом. Там пары разделили, фотографию разрезали, и вот фотография нам совпала, значит, разрезанная. И вот так она и соединилась теперь. Воспитали 4 детей. Любят всей семьей выбраться на рыбалку с палатками. Ведут домашнее хозяйство. Сад, сбор урожая – все вместе. Как в любой семье, бывают и трудности. Но секретами семейного долголетия делятся с удовольствием. Секрет во взаимной терпимости, любви друг к другу. Семья должна объединяться и понимать друг друга, да. И потом мы пришли к вере, и это очень большая помощь, вера Христова в этом деле. 15 сентября православные россияне отметили осенний день памяти святых благоверных Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. В Петрозаводске на территории кафедрального собора Александра Невского уже в 6-й раз прошел главный семейный праздник года, организованный общественной организацией «Арт-шатер». В рамках фестиваля состоялась церемония чествования многодетных семей и семей, проживших в браке долгие годы. Им вручали архиерейские грамоты и подарки от приглашенных гостей. Мы подумали и решили, что стоит поздравить вас еще и от большой семьи телеканала «Сампа». Сегодня наша съемочная группа тоже здесь присутствует. И подарок должен быть, наверное, какой-то полезный. И поэтому мы решили, для того, чтобы мы могли дружить с семьями, вручить вам цифровую приставку. Глава семьи полезный подарок оценил. Какие-то передачи познавательные, увлекательные. Я так рыболов, так часто смотрю про рыбалку что-то, путешествия, что-то еще познавательное. В основном вот такие передачи. Помимо торжественной части в рамках семейного фестиваля, «Арт-шатер» организовал для семей и маленьких гостей праздника анимационные развлекательные площадки, конкурсы и семейные мастер-классы. Организаторы праздника уверены, совместный досуг помогает воспитать у подрастающего поколения ответственное отношение к семье. Юлия Степанова, Владимир Волотовский, Сампа ТВ 360.